Всем привет, уважаемые подписчики YouTube канала, с вами 17 Кубрик. И это обзор на круассан с начинкой клубникой. Шарлиз. XXL сайт такой. Вот. До этого тоже были обзоры на уже мини-круассаны, но вот я же уже сделал большой такой полноценный обзорчик. Вот. Поэтому давайте смотреть. В общем, в состав входит тесто, мука пшеничная, хлебопекарная высшего сорта, вода, маргарин, масло растительное, пальмовое масло, вода, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, соль, концентрат сорбат, кале, регулятор кислотная, лимонная кислота, масло растительное, пальмовое масло, сахар, дрожжи, хлебопекарные прессованные, глюкозно-фруктозный сироп, стабилизатор моно- и диглицериды жирных кислот, соль, ароматизатор, консерват, пропионат кальция. Начинка клубника, глюкозно-фруктозный сироп, фруктоза, декстроза, мальтоза, сахар клубника, свежезамороженное, пюре яблочное, яблоки, антикислитель, аскорбиновая кислота, вода, желирующий, чего? А как тут на все пахнет? Пришлось открыть. Агент пектин, регуляторы кислотности, кислота лимона, цитраты кальция, натуральный ароматизатор, краситель кармины, консерват, сорбат, калия. Продукт может содержать незначительное количество молочных продуктов, яичных продуктов, фундука, арахиса. Пищевая ценность на 100 грамм продукта, средние значения белки 6 грамм, жиры 19 грамм, углеводы 53 грамма, энергетическая ценность, калорийность 1719 килоджоль на 410 калорий. Вот, такие дела. Ну, давайте смотреть. Я уже чуть-чуть приоткрыл, он очень вкусно запахал. Я хочу смотреть, как он со стороны. Угу. Ну, довольно внушительных размеров, большой. Так вот эта штука выглядит. Все, ближе. Вот так. Эта штучка выглядит. Такая большая, чистая. Угу. Ну, крема, конечно, незначительно. Хотелось бы, конечно, побольше. Ну, ладно, ничего страшного. Ничего страшного в этом нет. Так, ну, довольно здесь много крема этого. Надо попробовать. Как на вкус. За ваше здоровье. Да он неплохо. Вкусно. Свежо пахнет, много начинки, ну как, относительно нормально, не что в некоторых продуктах. Кушать можно, поэтому ставлю 10 из 10. Мне понравилось. Спасибо всем, кто смотрел обзор на этот круассан. Ставьте